Всем привет! Сегодня уже 4 июля 2020 год. Сегодня суббота. Сегодня в Москве что-то ожидается. И вот в течение 2 часов обещают сильный дождь. Очень, ребята, душно, жарко. Это просто невыносимо. Это какой-то ужас. А я еду на Пролетарскую, вот, в магазин «Перекресток». Для того, чтобы там узнать, проверить и купить. Если есть, мне нужно купить хуч со вкусом апельсина. По просьбе Дмитрия, вот, под ником УВБ77. Ну все, поехали. Ребята, смотрите, поливалочка течет. Прикольно, да? Течет так вообще, кап-кап-кап, вон какая-то лужа уже под ней. Сейчас, наверное, половина машины вытечет. Вот. Ну а мы дальше свой продолжаем путь. Ну вот, ребятушки, я только что сел в 623 автобус. Сейчас я доеду до Люблинского рынка, а там уже буду ждать другой транспорт. И уже доеду до станции метро Пролетарская и пойду в магазин «Перекресток». Все, всем хорошего дня и настроения. Ну вот, ребята, я только что подъехал к Люблинскому рынку. Сейчас буду здесь делать пересадочку на 27-й автобус и поеду уже на Пролетарочку. Все, я выхожу тогда. Все, мой автобус отъехал. Все, сейчас я буду другой ждать автобус уже, 27-й. Так, вот он, 27-й идет на станцию метро Таганская, ну а я выйду на станции метро Пролетарская. Нет, даже можно выйти, наверное, на Стройковской улице и там немножечко пройти. Ну ладно, видно будет, по пути решу тогда, как мне лучше сделать. Ребята, добра вам в ленту. Вороны травку едят. Да-да, не удивляйтесь. Они и то знают толк в зеленой травке. Одна отдыхает, другая ходит. Поэтому приятного аппетита, мои хорошие. И вот еще вам добра в ленту. Такой вот замечательный, я не знаю, котик, котенок или кошечка. Ой, а что это она такая, я не знаю. Вся трясется, наверное, больная. Смотрите, ребята, что-то она трясется, я не пойму. Блин, она это... Блин, ее сейчас вырвет, ребята. Ее... Ой, бля, вот это кадр. Ой, ребята, простите меня заранее, я не специально. Ну, что сделаешь, так получилось, вы сами видели. Это вообще, надо же, да, как такой кадр получился. Ладно, все, а мы дальше едем, мои хорошие. Ну вот, 27-й троллейбус подошел, я бегу. Открыл, что-то он далеко от остановки. Вот я только что зашел в троллейбус. А теперь я на нем уже поеду до станции метро Пролетарская, а может быть даже раньше выйду на Стройковскую улицу. Наверное, даже на Стройковской улице. И там уже вперед пройдусь и будет с правой стороны этот магазин. Называется «Перекресток». Все, всем хорошего дня. Я, ребята, сейчас к текстильщикам подъезжаю, вот это водичка решил попить, а забыл то, что на мне маска одета, жажду хочу утолить. Вообще во рту все пересохло, пипец, а вот это в течение часа ожидается дождь. Что-то нахмурилось сильно, не знаю, может быть даже гроза будет, вот я постараюсь успеть, буду надеяться, что успею все сделать, все свои дела, а то не дай бог так вот под дождь попадешь. Метро «Текстильщики». Все, давайте. Ребята, ровно где-то там плюс-минус в 14 часов пошел дождь. Блин, я не знаю. А мне еще ехать и ехать. Вот буду надеяться, чтобы дождь кончился. А то вот так вот выйду, и меня сильно замочит. Поэтому вообще пипец, да? Еще, не дай бог, гроза будет. Ну вот, ребят, я только что подъехал к Стройковской улице, вышел. И вот дождь пошел, но такой пока маленький. А мне туда идти, вот в ту сторону, в сам перекресток. Все, автобус отъехал, я сейчас буду уже туда идти, в ту сторону. Ну вот, ребята, собственно говоря, на станции метро Пролетарская наш магазин находится «Перекресток», супермаркет. А на этой стороне, на противоположной, находится прокуратура Российской Федерации. А ну, города Москвы, да, вот. А мне надо в этот «Перекресток», пойдемте в «Перекресток». Так, идем в «Перекресток». Смотреть, искать. Хуч есть, тут нету. Надо только будет заранее паспорт приготовить. Иначе они нам не продадут. Так, заходим. Корзинку я брать не буду, потому что... А вы куда-то торопитесь, да, мужчина? Чего вы такой нервный-то? Так, заходим. Корзинку я брать не буду, потому что мне, в принципе, здесь только взять один этот. Нужно найти хуч. Так, что здесь есть? Так. Масочку я одел. Масочку.
Так, мне нужен хуч, а где он хуч, непонятно. Надо еще найти, ребята. Так. Хорошо, здесь прохладненько. Блин, пока найдешь, сама сойдешь. Так, ну вот я вижу здесь вот на этой полочке, на этой стоечке, только вот такие вот напитки. А мне нужен хуч. Пойдемте дальше искать. А, ну вот, ребята, еще здесь у них другая полочка. Нет, чтобы все сделать на одной полочке, выложить весь ассортимент. Нет, все, блин, распределено по всему магазину. Одно там, другое там. И вот ходи каждый раз так вот, ищи, где что у них находится. Не знаю, пока не вижу я. Хуч апельсин. Ладно, сейчас пойду спрошу у кого-нибудь, может быть, подскажут. Если, конечно, не дикари окажутся. Кстати, можно вас спросить, у вас вот хуч продается? Мне хуч нужен. Хуч мне нужен. Где у вас продается хуч? Хуч. А, хуч. Да, а то я здесь все еще не могу найти. Там ищу. Все в разных местах находится. Сейчас ребята мне покажут, я не знаю, есть тут или нету. Вам же нужен именно апельсин. Может быть, вообще никакого нету. Нет, мне слабоалкогольный напиток. Хуч называется. Хуч, да, хуч. Бывает джин-тоник, а это хуч именно. Я что-то не могу найти, потому что все в разных местах это. Хуч, апельсин. Да, коктейль слабоалкогольный со вкусом апельсина. Так. Что ты это снимаешь? Я влог снимаю, я блогер для Ютуба. Моя работа такая вот. А для чего ты сейчас? Ну, мне надо на обзор, на дегустацию. Я дегустировать буду. И что-то не могу найти. И там смотрел, и там смотрел, и вообще. Не, чтобы вот в одно место выложить все, и вот чтобы проще было покупателям. А это каждый раз надо ходить и искать. Одно там стоит, другое там где-то стоит. Не, мне в банках вот именно, вот в таких банках, да, со вкусом апельсина. Да, понял. Наверное, нету, да? Девушка, мне нужен хуч, хуч со вкусом апельсина. Есть такие у вас коктейли? Я не знаю, я не подаю. Нет, здесь нету. Ну вы же работаете в магазине, вы должны знать. Я же не весь товар должна знать. Я весь товар, извините, заполнить не могу. Вы бы сделали бы все бы в одном месте, чтобы было. Это и... не ко мне, вот. А это ходишь, ищешь, ищешь. Вот это? Да, но только мне нужен апельсин именно. Смотрите, все, что... Спасибо, да. Вот видите, как вот нашли с трудом, и то благодаря девушке. Это вот со вкусом лимона, ребята, со вкусом лимона. А вам нужно именно со вкусом апельсина. Вот головная боль-то, да? Вот, смотрите, лимон, видите, 94 рубля стоит. Это вот супер хуч со вкусом черной смородины. Это с соком вишни. А вообще, может быть, вообще этого апельсина уже нету. Ну, что вот делать, ребята? Конечно, я брать не буду, потому что вы просили именно... Дмитрий, ты просил именно вот со вкусом апельсина, да, взять? А я вижу только со вкусом лимона. Это вот со вкусом вишни, смородина. Вот так вот. И то я бы никогда бы в этом месте бы не нашел бы, если мне вот девушка, работник магазина бы, не показала бы. Нету, я не вижу вообще. Вы видите, да? Вот что есть. Смородина, вишня, даже вишня вот тут есть. А в Пятерочке не было вишни, там только грейпфрут было и смородина. А здесь вот видите, вишня есть. Это вот смородина, это вот грейпфрут. Блин, нету, апельсина нету. Вот что делать, ребята? Это вот я нахожусь в перекрестке. А, и вот смотрите, там в самом заду у них стоит со вкусом грейпфрута. Ну а почему тогда они поближе его не поставили? И ценник-то вот есть на грейпфрут, а смотрите, он там вдалеке стоит, его хер найдешь. Так вот, может быть, и апельсин где-нибудь стоит. Не, по-моему, нету, ребята, нету апельсина. Ну вот, как-то так, нету апельсина. Нету апельсина, все, пойду тогда на выход, ребята. Ну все, я выхожу уже на улицу, нету со вкусом апельсина, не знаю, что делать, буду по другим магазинам ездить. Все, я масочку снимаю и выхожу на улицу. Дождя там нету, ребят, сейчас посмотрим. Вроде дождь кончился.
все, дождь кончился. Я не знаю, что делать, вы меня заколебали уже. Надо, значит, ехать, я не знаю, либо в Магнит, либо в Биллу, либо в Фикс Прайс. По всей Москве надо ездить. И вообще, есть ли он со вкусом апельсина? Может, его уже нет, может, его уже сняли. Ну, как-то так, ребята, извините. Вот я был в Перекрестке, что находится на станции метро Пролетарская. Ничего я не нашел здесь, в этом магазине. Все, давайте, все, всем пока, ребята. Блин, работают в магазине, да, и нихера не знают, где что у них продается, сколько что стоит. Вообще, дурдом, вот ходи ищи. Нет, что в одно место, да, взять все это самое, выставить. Нет, вот ходи ищи. Ребята, невозможно, дождик только что вот это самое прошелся, и такой быстро очень кончился. Душно, очень жарко, невозможно. А я все это самое хожу, ищу в поисках этого, блин, хуча апельсина. Это вообще просто ужас. Бедненький ты мой, бедненький. Смотрите, ребята, что с ним. Вот так вот умрет, наверное. Что-то я не знаю, то ли больной, то ли кто-то его потрепал. Ну вот это, будь здоров, аккуратней, тебя машина здесь раздавит. Но я тебе ничем помочь не могу, поэтому извини меня, пожалуйста, все. Будь осторожнее. Ребята, дождь пошел сильный. Вот я в этот перекресток иду, что находится неподалеку от Микояновского мясокомбината. Дождь пошел, блин. Сейчас меня намочит. Так, сейчас посмотрим, что тут есть. Вот он, перекресток. Но если тут нет хуча, тогда не знаю, что будем делать. Это просто пипец. Ой, я сюда иду-то, я не пойму. Где у них вход? Там, наверное, вход. Так, ну что, будем искать здесь, не знаю, есть, нету. Сейчас посмотрим. Вот. Здесь хорошо, прохладненько. Вот уже арбузики продаются. А здесь по 35,90. А в Ашане вроде по 40. Ну, не знаю, сейчас, наверное, не резон брать арбузы. А вот не буду я брать, сейчас я хуч найду. Надо еще у кого-нибудь спросить будет. Ребята, я не знаю, что делать. Спросить, как всегда, не у кого. Но вот ходи теперь ищи, вот где здесь этот хуч. Мало того, что я вообще его здесь не вижу, но вот буду искать. Не знаю, найду, не найду. Надо найти, постараться. Ребята, вы не поверите. Вообще, сам нашел, да, хуч нашел. Но пока не радуйтесь, потому что я еще не вижу своего. Именно нужно мне найти апельсин. Видите, ребята, нету апельсина. Хочу вас расстроить. Нету, уважаемый Дмитрий под ником ОВБ77. Я вижу здесь только хуч со вкусом грейпфрута, с соком вишни, с соком лимона и черная смородинка. Все, нету, где ваш апельсиновый, я не знаю, ребята. Может, вообще его уже сняли с продажи? Вот как вы меня озадачили. Нету, нету. Я вообще его не вижу. Цены-то отличные, меня все устраивает. А вот где я буду апельсин искать? Вот я мог бы сейчас бы взять грейпфрутовый, вишневый, с лимоном, черная смородина. Нет, вот надо искать именно апельсиновый. Ну, поэтому буду искать, по другим магазинам ездить. Нету, видите, ребята, нету. Слушайте, а может такое быть, что вообще он где-нибудь там в другом месте стоит? Потому что, может, его больше разбирают, и они, может быть, для этого его прячут. А то, что меньше берут, они, может, ставят сюда, как бы, все в кучу. Хотя не знаю, спросить не у кого. Вот, ну, нету, вы видите, да, хуча нету этого апельсина. Нету, я уж все обыскал. Здесь вот эта смородина. Ну, не знаю, что делать, ладно. Все, придется ездить по другим магазинам, ребята. Как-то так. Вообще пипец. Вот так вот ходишь, ходишь по всем магазинам. В этом нету, там тоже нету. И я не знаю, надо ехать куда-нибудь в другой магазин. Может, там где-нибудь есть. Всем привет, ребятушки. Ну вот, ребята, я уже вышел. Нету хуча апельсин, поэтому буду искать в других магазинах. Ой, вроде дождик кончился. Такой маленький-маленький. Идет маленький-маленький дождик. Вот, здесь нету, вот в этом месте нету. Волгоградский проспект, дом 18. Тут нету. Вот, видите, нету здесь, нету. Хуча нету здесь. Так, ну вот, ребятушки, я сейчас пойду в Пятерочку, которая находится около Люблинского рынка. Так, я захожу в магазин. Сейчас посмотрим, есть здесь то, что нам нужно. То, что меня просил Дмитрий или нет. Сейчас посмотрим. Так, вот, я захожу уже, сейчас будем смотреть. Так. Надо еще найти здесь, постараться. Не знаю, найду, не найду. Ну вот, ребятушки, я уже в Пятерочке, которая находится неподалеку от Люблинского рынка. Нашел я хуч. Хуч здесь, в принципе, есть. Но он, опять же, со вкусом черной смородины, да, а с соком грейпфрута. Ну и все, в принципе. А вы просили именно апельсин найти. А здесь даже вообще этого апельсина нету. Я уж не говорю про вишню и
про лимон, как вот мы, например, видели в этом перекрестке. Не знаю, что делать, в принципе, ребята. Надо ехать, наверное, в Dixie, а в эту, как сказать, в Биллу, может быть, или в Fix Price, может, там есть. Ну, вы меня, конечно, и озадачили. Это просто пипец. Ладно, все, а я продолжаю свою съемочку в поисках вашего хуча со вкусом апельсина. Ну все, ребята, нету, я это самое, иду на выход, уже нету это самое хуча апельсина. Будем по другим магазинам ездить. Ладно, все, всем хорошего настроения. Так, на ту сторону я сейчас перехожу, здесь много магазинов, здесь вот есть Билла, потом должен быть Магнит и Fix Price. Сейчас посмотрим здесь. Это вот я нахожусь на Люблинской улице, дом 59. Посмотрим, есть здесь хуч апельсин в продаже или нет, посмотрим. Так, в Биллу заходим, посмотрим. Здесь тоже прохладненько, хорошо. Так, надо где-то вход-то у меня. Здесь, наверное, вход. Давайте здесь пройдем, посмотрим. Так, ну вот, ребятушки, я нахожусь в магазине Билла, что находится по улице Люблинская. Посмотрим, что здесь у нас есть. Здесь я вижу хуч со вкусом вишни, лимона, смородина и грейпфрут. Нету апельсина вашего нигде вообще. В Пятерочке нету, в Перекрестке нету, и вот в Билле нету. Осталось куда мне съездить? В Dixie, Fix Price и в Магнит. Не знаю, будет там или не будет, я не знаю. Вот, смотрите, все перед вами, ребята. Вы именно просили меня со вкусом апельсина. Нету, ребята, нету. Вот, видите, вот. Грейпфрут, черная смородина, лимон, вишня. Все, нету, нету, нету. Мне нужен именно апельсин. Здравствуйте, скажите, пожалуйста, хуч со вкусом апельсина у вас бывает вообще в продаже? А может, вообще его сняли, не знаете? У нас никогда и не было. Даже не было с апельсином, да? Ну, хорошо, вам спасибо. Да, спасибо. Ну, вот я, ребята, спросил у работника магазина. Мне он только что сказал, то, что даже у них не бывает со вкусом апельсина вашего хуча. Поэтому поедем по другим магазинам искать. Все, всем хорошего настроения. Вообще пипец. Ну, вот, ребятушки, я только что вышел из Биллы. Нету ни хрена хуча апельсина. Что ж делать? Ну, пойдемте в другой магазин сходим. Пойдемте в Fix Price зайдем. Не знаю, есть тут, нету Fix Price. Может, и здесь нету. Я вообще редко в такие магазины хожу, которые Fix Price называются. Не знаю, есть тут, нету. Сейчас посмотрим. Ой, как же этими порошками пахнет. Вообще пипец. Я запах порошка не переношу. Сейчас я посмотрю, не знаю, есть тут, нету. Может быть, и тут нету. Я нахожусь в магазине Fix Price, что находится по улице Люблинская. Вот, будем сейчас здесь искать. Ребята, нету в Fix Price таких вещей. Я не знаю, что делать. Поеду в другие магазины искать. Вот, все, что перед вами. Нету здесь ничего. Ну вот, ребята, нету здесь вообще таких вещей. Во всяком случае, я не нашел. Пойду сейчас в другой магазин. В этот, в Магнит схожу. Так, ну вот, на Люблинской улице Магнит есть. Пойдемте в Магнит сходим. Так, идем в Магнит искать, хуч есть тут или нет, со вкусом апельсина. Так, заходим. Ну вот, я зашел уже в Магнит, сейчас буду искать ваш хуч со вкусом апельсина. Не знаю, есть тут или нет, сейчас посмотрим. Здравствуйте, скажите, пожалуйста, я вот ищу хуч со вкусом апельсина. У вас есть хуч со вкусом апельсина? Что? Хуч, слабоалкогольный напиток со вкусом апельсина. Ну вот, ребята, я нахожусь в Магните. Нету тоже вообще не то, что апельсинового хуча. Вообще никакого мне сказали, нету хуча. Поэтому не знаю, что делать. Осталось в Биллу съездить. И, наверное... А, в Билле мы были с вами. Наверное, в Dixie надо заехать. Вот, не знаю, может, там есть. Здесь нифига нету, сказали. Вот, все перед вами, ребята. Нету, видите? Не знаю, что делать вообще. Вы меня здорово озадачили. Ладно, все, всем спасибо за внимание. Ребята, осталось только заехать в этот, в Dixie. И все, больше я никаких, в принципе, магазинов и не знаю. Это вообще просто пипец. Так, ну вот, ребятушки, осталось нам еще зайти в Dixie. В Dixie я не был. Не знаю, есть тут или нет, сейчас посмотрим. А в красное и белое я не пойду. А слушайте, а может зайдем? Может, там не будут придираться, как в том магазине? Давайте в Dixie зайдем. Сейчас здесь посмотрим, не знаю, есть, мне кажется, наверное, здесь тоже нет.
Так, ну вот при входе я уже вижу, здесь эти пошли энергетики. А мне надо искать этот куч ваш. Не знаю, найду, не найду. Ну вот я в Дикси, ребята, смотрите. Здесь вот я не вижу куч, вообще никакого нету. Так, пойдемте на другую полочку посмотрим, может там есть. Так, не вижу пока куч, не вижу. Именно апельсин нужно найти. Так, где у нас тут есть апельсин? Это пиво. Ребята, нету, наверное. Сейчас, сейчас посмотрим. Здесь вот нету. Внизу вот мы видим, стоят какие-то коктейли. Даже джин-тоник я вижу, а хуч вообще не вижу ни хрена. По-моему, нету. Как всегда, ребята, спросить не у кого. Не знаю, что делать. А в Дикси нету тоже вообще никакого хуча. Вообще никакого. Видите, вот. Все, что есть, нету нифига. И все у них в разных местах. Не, чтобы в одно место все выложить, и было бы так бы проще бы ориентироваться. А это вот надо ходить искать по всему магазину. Не, наверное, нету, да. В Дикси тоже нету. Ну все, ребята, я выхожу уже на улицу. Нету здесь тоже этого самого. Не то, что хуч со вкусом апельсина. Здесь даже вообще никакого нету. Пойду по другим магазинам есть. Хотя по каким другим уже, в принципе, я уже не знаю, какие еще есть магазины. В Ашане тоже нет. Так, давайте в Красно-Белое зайдем, что находится на Люблинской улице. А, вот, это самое, не знаю, есть тут хуч у них апельсин. Сейчас я узнаю, спрошу. Ребята, был я в Красное и Белое на Люблинской улице. Мне тоже сказали, что у них нету в продаже хуча вообще никакого. Да они ни хера русский язык не знают. Я вам серьезно говорю. Вот им говоришь, блядь, они даже не знают, что такое хуч. Ну, короче, нету здесь. Ладно, поедем по другим магазинам искать. Не знаю, найду, не найду, не обещаю. Ну что, ребятушки, сегодня 4 июля 2020 год, суббота. День выдался неудачный. Очень тяжело было сегодня дышать. Душно, тяжко, жарко. Это просто пипец. И целый день собирается дождь. Но он был такой маленький. Не нашел я сегодня хуч. Вы видели сами, все прекрасно. Поэтому не знаю, что делать. Наверное, буду еще где-нибудь искать. Но, наверное, вряд ли найду. Не знаю. Все, всем спасибо за внимание. Ну вот, ребята, неудачно прошел мой сегодня день. Не нашел я ваш куч со вкусом апельсина. И вообще не знаю, есть ли он вообще в продаже или нет. Но будем искать. А если не найду, значит не найду. Вы уж меня извините. И спасибо вам за понимание. Все, всем хорошего настроения. А я еду домой. Все, всем пока, ребята.